Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Антивирусы создавались в начале 2000-х годов, когда компьютерная преступность только развивалась. Технологии компьютерной преступности, ну, тогда еще отставали от антивирусных программ. Сейчас, когда компьютерная преступность быстрая, у нее достаточно много денег, очень высококлассные инженеры-преступники, любой современный вирус работает на компьютере, на котором находится антивирус. Все наши расследования еще с 2010 года, когда у каких-то компаний или людей похищали данные информации, на одном и том же компьютере, где стоит антивирус, спокойно работает вирус. Вы должны понимать, что в 2018 году технология антивирусов умерла. И умерла она, начала умирать несколько лет назад. Сейчас антивирус — это просто небольшое дополнение к безопасности, которое вас не защитит ни от одной нормальной угрозы. И волны вирусов, которые прокатывались в 2017 году, BadRabbit, WannaCry, Petya, все они запускались на компьютерах, на которых стоял антивирус. Поэтому только новые технологии раннего предупреждения кибератак способны вас спасти. Ну то и, есть, конечно же, знания. То есть лаборатория Касперского сейчас с большим вопросом живет? Ну, большая часть бизнеса, передаю привет коллегам, и назвал бы его гомеопатическим. Я понимаю. Все понятно.